вот 4 штучки будет. Надо сковородку газ поставить. Это правильно, хорошо, да, рассекли. Он рассек прямо. А, вот да, вот. Я сейчас уже буду раскатывать, надо, чтобы она согревалась. Надо было нам с тобой пораньше сказать бы, что тут лепешки панинские. Мука, простокваша, чуть-чуть соды, чуть-чуть соли, немножко сахара. Так убавить, наверное, надо. Чего надо, он сказал? Ага, посмотрим. Ага, сейчас. Еще немножко, еще чуть-чуть. Быстро, сейчас все. Сейчас все. Капельку, капельку еще. Ладно. Маслице сливочное сейчас сюда. Это половина масла сейчас сливочная. Дедушка сейчас ставит прямо к лепешке. Прямо к лепешке дедушка ставит. Еще капельку. Так, эту мы перемещаем сюда. Эту убираем. То, что нам, может быть, уже не понадобится. Так. Postcards. Yeah, this is a postcards. Пусики, пупусики. Он тебе дал. Зайка, зайка, пирожочек. Маленький мальчишка. Маленький мальчишка. Пусики. Так, сейчас надо варенье. Дедушку сказать, что лепешки тоже готовишь. Девочка, поди дедушку. Ну что ты как, а? Не расстраивайся за камеру, батюшки. Потрясешь и будешь тоже снимать. Зайка, зайка, пирожочек. Зайка, маленький дружочек. Мы сейчас... сначала понюхали. А-а-а.
как всегда. Они вот, знаешь, вот, они вот... Ну, хоть пропеклись, самое главное. Пропеклись, они не вот. Сухие. Они такие, ну, влажненькие. В меру, прям очень хорошо. Так, вам что, сгущенку дать? Сейчас я переверну вот эту. Знаешь, опа! Оля, да. Оль, они, ой, горит, а, горячо, горячо. Тихо. Ты что трогаешь? Они, знаешь что, сметану, она может быть такая вот воглость. А, влажная, да? Могут воглые быть. На. Жуй. Поэтому, и все, поэтому очень вкусно. Что, это мука у нас хорошая? И, да, мука и сыворотка жирная у них была. Такие сдобненькие получили. Наши то попуснее здесь, на этом молоке-то. Божественно вообще. Да? Лев, это варенье, варенье. Закапать ложку мне все не надо. Ну и ладно. Надо было нам с тобой сначала заснять и переслать Маше. А Маша это спрашивала Света Ирбунина. Говорит, у меня, ну, пока посмотреть бы, а то что-то это. Маша ей объясняла, а вот бы ей наглядно. Ну вот, Ваня вот сделает ролик, и мы ей бросим все. А там только тесто, да. Тесто-то там мы уже тесто не показали, как, сколько там чего. Ну, придется еще раз делать. Значит, маме придется делать еще раз. Вот я там документы фотографировать и присылать по Вайберу, которые бухгалтерию. Ну, это легко. На зарплату. Когда я все оформлю, фоткаем и перешлем. Изи. Изи, это значит, что это легко. Изи. Ага. Я же говорю, мам, легко. О, хорошо. Лев, ну что ты в варенье? Ой, ну как тебе нравится вот возяться в чем-нибудь, а? Да, Лев, нравится, да? Ой. Куда? На. А что ты чумазый-то какой? А что ты у меня в варенье ложками ешь? Ну, давай. Погнали. Вот сейчас надо еще вот это вот сейчас немножко ножичком снять вот эту вот немножко. Тут видишь, она угу. Как пленочка уже невкусная. Ну да, она горечь придает. Густая. Хорошо. Она сверху только такая. Не надо такую. А потом водички в этой сыворотке-то немножко можно. На дне-то все равно она есть. Здесь вот со сметанкой. Тут, наверное, у нас молоко всякое. Тут, наверное, я что-то не помню. А, здесь... Или здесь здешнее вот это молоко с фермы. Или, может быть, ну, Коскиного, по-моему, здесь нет. С Коскиным вообще, наверное, она будет сыворотка-то, аж, наверное, ложка-то стоит. Мама, вот там вот вон сметана, остатки в баночке. Добавь тоже давай. Сюда. Там ложка, наверное, меньше даже. Ой, типа, эх ты, мальчишка, а? Ты даже подрос ведь здесь уже. Ты ведь как грибок, он растешь. Быстро, да, Лев? Скажи, я быстро расту. Быстро. Ты ведь какой кукольник. Носиками, ну-ка, кукольник. Носиками. Давай носиками. Чего? Кукольный мальчишка-то, кукольный. Ты что скажи, скоро я вырасту.
Так, это соль. Немножко. Я ее всегда чуть-чуть вот прямо. А песочку тоже они любят. Давай, не вот, надо вот, много вот, песка, вот, потому что потом мы же едим со сладким, со сгущенкой, с вареньем. Так, немножко. Я вот не люблю, чтобы на сладкое. Сладкие-то они были ощутимо сладкие. Мы сладкое сами догоним. Да. Когда нам захочется. Ну вот гляди. Ну, я сегодня вижу, побольше вижу, затворила. И сыворотки больше взяла, и муки много. Ну, муки здесь где-то грамм 300, да, это очень. Ну уж, конечно, 300. Полкило? Конечно, полкило есть. Мне полкило, так 400. Ну, давай. 50 грамм. Это меси. Подожди, Оль, надо, чтобы немножко вот сейчас как чуть-чуть надо дать, чтобы сода-то погасилась в этой, на этой кислой среде.